привет! Я приехала к дочке недели на полторы. Сейчас у нас праздники майские, потом она уезжает, и в общем я буду здесь. А у нас сейчас в гостях еще Кристинка, так что нам весело. В общем, я начинаю свой влог, по крайней мере, уже веселой компанией. Ну, оставайтесь со мной, будете участвовать во всех наших каких-то там передвижениях, манипуляциях. Залп идет один за другим. Это салют в честь Дня Победы. Видно вот, как у нас с окошка. Это на Театральной площади там салютует. Видно, да? Да, видно. Вот еще там тоже далеко. Видно, это город Батайск, там тоже вот салютует. Батайск дальше не очень. А вот здесь вот получше видно. Красивый. Один раз наблюдала на Театральной площади, как это все рассыпается прямо над головой. Захватывающее зрелище. Красотища. Ой, что там девочки наши делают? Селена там вся деловая. Кристинка. Вот мы опять собрались втроем. Компашка в сборе 9 мая. А Денечка спит уже, поэтому мы тихонечко разговариваем. А я верю, да, подвиги и в 10 лет совершали. Почитайте историю. А я даже не задумываюсь о том, верю я в это или не верю. Я воспринимаю все, можно сказать, за чистую монету. Идет прямой эфир. Меня же это никак не трогает. Ну, как бы на мою жизнь это никак не влияет. В плане, мне от этого ни холодно, ни жарко. Кофе пьет. Зачем мне в это верить или не верить? Кофе пьет, сидит. Кто-то где-то там обманывает. Кто-то ведет себя там, как он есть на самом деле. И смотрит нас. Мы смотрим, да. Я имею претензии только тогда, когда это касается личной моей жизни. Вот если что-то начинает влиять на меня, я начинаю думать, кто что врет, кто что рассказывает, правда, неправда. А что это вы здесь делаете? Ой, всем привет! А мы тут со скромняшкой Крис красимся. Ой, не скромничайте. Мы вот, да, меняем образ. В какой краситесь? Медный. Не знаю. Какой получится? Ну, какой-то медный будет. Красный медный. Краснее будет. Слушай, ты прям всех красишь. Я всех крашу. Да. Селена. Я начала маму красить еще в школьные годы. Потом себя красить, потом подруг, соседей. И Денька хочет покраситься. И Денька хочет покраситься. И Женя хочет покраситься. Скромняшка совсем не скромняшка. Смотрите, какая секси сидит. Ссылочка на ее канал будет под видео, там она вообще делает, что хочет. И, кстати, ее цвет, да, конечный, только там можно будет посмотреть. А ты когда собираешься выпускать это видео? Понедельник, вторник, через пару дней. А, ну тогда оно будет раньше, чем мамин влог. Ну да. Ты ссылку мы оставишь под видео на Кристину или нет? Да, оставлю. Или принципиально нет, скажешь, нет. Ждите, когда она придет в следующий раз в гости. Ну ладно. А мы с Денечкой, вот Денечка чуть-чуть у нас приболела, то кашляет, что-то непонятно, хотя только справку дали, да? Вот так, да? Ну ничего, мы вот инстабук смотрим, с мамкой обнимаемся, скажи. Какие-то познавательные мультики смотрим, считаем. Все, мой зайка, мой котенок. Что у нас тут делает наша компания чистая? Крестная с Дыней играют в машинки на перегонки. Кто вперед? Давай, Дыня, поставь. А машинку тут поставь, Дыня. Селена убежит, отдыхает. Вот такое семейство у нас. Ну как, кто кого обогнал? Спасибо, Деня. Страшно убрал.
Догоняй, догоняй. А посигналить, посигналить. Вот такая вот классная игра у нас. Кристинки голову покрасили. Да, так, сейчас пойдем смывать. Да. Только итог не покажем. А итог не покажем. Итог у Кристинки посмотрите на канале. Да, переходите на ее канал. Посмотрите, как мамочуля меня красила. Это замануха. Это замануха, не ведитесь. Так, там красилась не я сама, а мамочуля красила меня. Да, я красила. Прокрашивала, каждый прядь. Собери свой автомобиль. Спасибо, дымим. Почему вы именно в прямом эфире начали заниматься своей прической? Вы, кстати, кто заметил, что... А кто, подождите. Я специально... Кто-нибудь, какие-нибудь изменения замечает? Давайте холодно, жарко. Сначала начнем с общей картины. Кто-нибудь видит изменения вот в общей картине сегодня? Кто-нибудь заметил в общей картине? Подсказка, цветовой палитре. Не надо подсказки. Я заметила, Аваканок, пожалуйста, скажи, что же ты заметила в сегодняшней картине, помимо моей прически? Необычно. Да. Не труси, пожалуйста, стол. Где же ручки при себе? Так, Крис покрасилась, правильно, ты молодец. Да. Алло. Прямой эфир. Зая, мы завели прямой эфир. Всем привет! Ну вот моя дочечка уехала в командировку, она уехала по делам, поехала она в Германию. Мы с Денечкой остались вдвоем, сейчас он в садике, я дома на хозяйстве. Ну, в общем, я хочу вас пригласить побыть вместе с нами, чем мы тут занимаемся, пока мамы нету дома. Буду потихонечку подглядывать за Денечкой и снимать его... Тихонечко, из-за угла, может быть, даже иногда, потому что он теперь хитрец, он подрос. И когда он видит, что на него камера направлена, даже хоть телефон, все равно он уже реагирует по-другому. Он уже не делает там, что он там делал, допустим, отвлекается. В общем, хочется застать его врасплох. Поэтому где-то какие-то кадры будут у меня сняты, без комментариев, просто втихаря, просто молчком. Оставайтесь со мной. Мне самой интересно, что будет дальше. Дыня. Дынь. Деловая колбаса. Дынь. Скажи, мама, я спать не хочу. Бабушка меня спать укладывает, а я не хочу спать. Бабушку не слушаю. Скажи, мама, я спать не хочу. Скажи, мама, я спать не хочу. Ты там буковки изучаешь, да, Дынь? Изучаешь буковки? Ой, прям по телефону разговариваешь, да? С кем ты там разговариваешь? С кем разговариваешь по телефону? Кому звонишь, Дынь? Важный такой, да? Такой важный. Ты очень важный начальник. По телефону разговариваешь. Как будто по телефону разговариваешь, да? Дыня, как ты пирамидку строишь? Домик как ты строишь? Ну-ка, построй.
пирамидку. Так красиво домик строишь. Лучше картинки складывать, да? Ну, тоже лучше. Что там нарисовано? Кто там нарисован? Бабки Юшки нарисованы. А ты хочешь, чтобы я вот это положила, кубик? Ну давай, смотри, куда мы его положим. Вот сюда. Все. Ну здорово, молодец. Кто у нас там Дыня? Любит купаться, да, Дынечка? Ну какая игрушка забавная. Купаемся мы, купаемся, да? Зайчонок, купаемся мы? Вот она, лялька у нас маленькая, искупана, лялечка такая, да, сладкая? Сладкая лялечка у нас. Кажи, мы искупаны, мы вот такие закутанные лялечки. Сейчас будем вытираться, будем одеваться, да? Скажи, да? Да! Лялька, ты моя лялечка, да? Вот, накупались, а теперь нам здорово, да? Все, мы высушили волосики, теперь все почистили, все помыли, все посушили. Везде позалазили во всех дырочках, все почистили, все повыгребали, да, Зайка? Вот Воображулькина. Ты Воображулькин, да? Вот так, все. Вот так вот мы проснулись и сидим на горшке. И мультик смотрим с подушкой в обнимочку. Никак не расстанемся с подушкой, да? Мы одели новые сандали, сели в коридоре, нашли тут блокнотик на стульчике и сидим. Мы их пока привыкаем к ним дома, походим пока в них дома. Да, ты? Что, Зайка, ты в сандаликах? О, какие у тебя сандали, ой, какие новые. Мы их пока по дому поносим тут, чуть-чуть к ним привыкнем. Да? Что мы, Зайка? А, ты мне будешь читать? А я должна стоять и слушать. Правильно я тебя понимаю, да? Ну, давай рассказывай, что там написано. Рассказывай бабушке, что там написано. Читаешь мне сказку или молчишь, Дэй? Короче, ты меня привел сюда, чтобы я тут постояла просто так, да? И помолчим, значит. Денечка, а ты снимать сандалики будешь? Ну-ка, покажи, как у нас тут нога сидит. Нормально сидит нога. Мама, у нас нормально сидит нога. Вроде нормально. Снимать не хочет. Вот ходит тут. Ходит тут по комнате, снимать не хочет. Денечка, снимай сандалики. Ты будешь их снимать, Дэнь? Снимать будешь? Садись, снимай сандалики. Садись. Так, он на горшок садится, но не сандалики снимать. Денечка, подушечку надо оставить. Мы же в садик без подушки пойдем, Зайка. Давай оставим подушечку. Давай.
Нет, ты подушку не можешь оставить никак. Тебе надо в садик обязательно с чем-то идти, да? Mm-mm. Давай ставим подушечку. Что это? Скажи, что это? Только ты подушку мне давай. Кахета, кахета. Ну-ка покажись. Ну-ка, сандалики новые одели мы сегодня. Вот, мы сегодня налегке, потому что сегодня у нас будет в Ростове жара. 29 градусов будет днем. Сейчас уже 22-24. Так что мы сейчас уже налегке в сад пойдем. Ну-ка, мы оделись легко. Надели новые сандали, мамочка. Денечка! Вот мы в сандаликах новеньких, мамочка. Легкие брючки одели, все, легкую рубашечку сверху, футболочки. Хотя можно снять, жара уже на улице нереальная. Всем привет! Ну вот и подходит к концу мой этот влог. Я хочу его закончить, чтобы он не был слишком длинным. Денечка у нас сейчас в садике. Я нахожусь дома, занимаюсь потихонечку домашними делами и ждем дочечку с поездки. Она должна уже скоро вернуться. И когда она вернется, уже начнется другой блог, а может быть и раньше. Что еще хочу вам сказать? Кто не смотрел мое видео про татуаж, я не знаю, оно выйдет перед этим влогом или после, но хочу вам сказать, что коррекция бровей прошла успешно, все бровки уже, все уже сошло, корочки сошли, и у меня уже теперь идеальные брови. Кому не нравились мои брови, которые были, можете теперь смотреть на красивые другие брови. Мне очень нравится, я вообще, честно говоря, очень довольна результатом. Кому интересно, смотрите видео про татуаж, там полностью все от начала и до конца. Ссылочку я там оставила на мастера, которая делала мне этот татуаж. И кому нужно сделать татуаж, кто живет, может быть, недалеко от Ростова, я рекомендую к ней обратиться. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.